марте 2023-го на телеканале «Россия-1» состоялся повторный показ сериала под названием «Впереди день». Среди звездного актерского состава следует отметить Марию Куликову, Екатерину Редникову, Майю Горбань, Сергея Горобченко, Михаила Пшеничного, Александра Никитина и других. 8 эпизодов картины показали нам интересную историю трех женщин, однако она получила свое логическое заключение, и вполне вероятно, в будущем мы больше не увидим продолжение этого сериала. Проект завершен. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.